Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас такая замечательная баночка. Оу! Производство «Степь и ветер». Невероятное сочетание у нас здесь манго и апельсина. Знаешь, оно Да. действительно невероятное. Это редкий случай, когда ты такой смотришь, вроде бы, милый единорожка. Мертвый Дохлый. единорожка, да. Вроде бы, манго, апельсин, что такое? А потом ты такой берешь вот этот вот густейший напиточек. Ебать. И ты его нюхаешь такой. Ебать. А потом ты его такой пробуешь. Ебать. Это вот то, что должен попробовать каждый любитель соков, на самом деле. На самом деле сок. Давайте так, очень густая смузяха, на самом деле. Густота и плотность, прямо моё почтение здесь. И это очень апельсиново, это очень мангово, это очень густо, это очень вкусно, это великолепно. Это 9 из 10. Заебись. Это просто прям божественная штука. Стоило, кстати, 350 рублей. Дёшево. На самом деле, это, для вот такой штуки это дёшево, я считаю. Это просто прям... Чуть 6 оборотов при этом. Да. Которые вообще незаметны. То, что сладко. Итак, в очередной раз мы приобретаем в «Степи ветер» какие-то вот медовухи, не медовухи, и у них все заебись, но не было еще вот вообще ничего, что было хуево. В данном случае это вообще просто топчик. Лучшее, что я у них пробовал, с точки зрения, знаете, вот просто взял и кайфанул, когда не хочется там какие-то нотки выискивать, ничего, просто вот эту густую жижу въебал, подержал немножко во рту, может, проглотил, и вот, знаете... Нет, блин, сплюнул. На запах, и вот на самом деле можно сплюнуть, чтобы потом еще раз взять в рот и снова ощутить все великолепие. Я, блядь, пока говорю, у меня текут слюни, потому что, ну, реально очень вкусно, и вот выглядит тоже очень замечательно, мне нравится. Вот, давайте попробую, так сказать, чтобы вы поняли, что я не просто так это пижу. Что хочется отметить, с точки зрения вот послевкусия, знаете, его практически нет. Поэтому хочется продолжать пить и пить заново. Вот, даже прополоскать рот, может быть, даже этой хуйней хочется, не знаю, очень вкусно. Я соглашусь с Иваном, 9 из 10, это прям топчик, и все, блять. Да, реально нечего сказать, просто заебись, не хватает только какого-то ультраразъеба, чтобы десятку поставить. Нужно просто побольше всяких вкусов смузи их попробовать. До свидания! Yeah, we view,